Друзья, рад вас снова приветствовать. Сегодня такое небольшое видео об изготовлении ручек для мебели. Соответственно, для деревянной мебели. Для этого понадобится всего лишь обрезки, ну или длинный ровный брусок, ну и пара фрез. Нарезал, отфуговал, отрисмусовал квадратное сечение 25 на 25 брусочки. Необходимое количество штук, даже возможно немножко с запасом. Фрезы понадобятся вот такие две. Размеры радиуса моей 4,8 мм. Но тут не принципиально, там можно где-то побольше, поменьше. То есть какие у меня были. И вот этой, ну диаметр вот здесь я померил 22 мм. То есть получается галтель радиус 11 мм. Какую первую устанавливать, наверное, без разницы. Установлю галтель. Да, я всегда все шлифую после фрезерных работ, потому что после шлифовки могут оставаться какие-то микрочастицы абразива, что негативно скажется для фрезы. Хотя, может, удобнее было бы вначале фрезой с подшипником. Но без разницы. Выставляете по подшипнику потом упор. И все прекрасно фрезеруется. На данный момент в этой фрезе упор выставляю, ну, примерно на середину фрезы. Можно немного сдвигать. Тут фантазия не имеет границ. Как вам угодно, так и делайте. Все, сейчас прогоняю все с двух сторон. Далее с другой фрезе. Тут еще один важный момент. Стоит учитывать, что мы делаем галтель с нижней стороны. То есть сейчас наша лицевая сторона ручки обращена строго вверх. Поэтому брусочек можно покрутить, посмотреть какой-то лучший рисунок. Что получилось, вот эта площадка слишком маловатая, то есть мне упор нужно сдвинуть на себя, чтобы вот здесь было пошире. Это будет сторона, прикручивается дверкам фасада, но вот слишком маленькая опора, и быстро из-за этого она расшатается. А фрезу также нужно немножко поднять, чтобы вот эти были поглубже. Фрезу поднял от стола, она у меня сейчас около 13 миллиметров выступает. Это примерно середина, чуть больше этого бруска. И упор выдвинул от центра, ну примерно на взгляд, так, миллиметров 5. Все, основание вот это получилось 11 миллиметров. Это уже более-менее достаточно. Прогоняю все. И далее колевочной, радиусной, закругляю вот эти углы. И все, дальше остается отпилить под углом. И ручка готова, ну, соответственно, в нужный размер. Поставил колёвку, поднял, чтобы не было вот этой ступеньки, то есть вот этот кончик у меня на уровне стола. Здесь уже упор не нужен, потому что подшипник отлично опирается на боковую грань. Кстати, первую фрезу тоже можно было использовать с подшипником, если есть таковая фреза у вас в наличии. Тогда можно упоры не ставить. Теперь все это дело шлифуется, отрезается под углом. Я режу 45 градусов.
То есть вот так будет рез и вот так на нужную мне длину. Покрывается масло, лак, что вам угодно. Ну и прикручивается рез. Масло, первый слой подсох, теперь можно отрезать в размер. Размер может быть абсолютно любой. И отрезаю, как я уже говорил, под 45 градусов. Мне вот нужно 8 ручек 160 мм у основания, которое будет прикручиваться к фасаду. И 7 штук 185. Я вот отметил 160 и 185. Совмещаю рез и делаю. Маслом покрыть. Ну и второй слой на все уже изделие. Вот, покрыл второй раз маслом. Сейчас немножко питает, оботру и все, можно устанавливать. Я такие делал на тумбочку в мастерскую. Ручки довольно неплохо таки смотрятся. Делаются очень просто, как вы видите. Ну что, покажу фото уже установленных их. На этом ненадолго прощаюсь. До новых встреч, пока.